заморожено капитально, да, все. Вообще все. Мышь не проскользнет. Мышь не проскользнет, да. Комар не пролетит. Вон это вертушка, хоппер-дозаторная, как она называется. Тут немножко получше это свет освещение за бортом. Да, море там уже. Все. Это 139 километров от чего? Станции 5 километров, наверное. 9. То есть да, 9. Видишь, проходы для охраны такие очень комфортные. Все по высшему классу сделано. Квалификации нет, все кончилось. Автобус едет. Сперва же еще коса Тузла идет вроде бы. Остров Тузла. Он уже это коса, остров, ну, по-моему, уже проехали, понимаю. Там с автобуса это видны даже это украинские казармы бывшие, вот, которые там нулевые. Построили годы. При Кучме? Да, в нулевые годы это было. Кто уже сейчас об этом вспоминает, да? Ну, мы вспоминаем. Ну да, это вообще мало кто вспоминает. Так, автодорожная тоже я пошел на подъем, видимо, скоро арка. Мы поднимаемся, ну, у нас же подъем более плавный. Да, да. Автомобильный мост, он резко поднимается. Но автомобильный мост уже сильно внизу, вон он. А сейчас он делает резкий подъем к арке, и потом резкий спуск. Да, слушай, поднимается вот сейчас чувствительно. И скорость замедлилась. Да. Сейчас арки будут скоро.
этого ничего не было еще в 2018 году. Стояла только арка на двух опорах и все. И здесь только шли работы, и в общем, ну там далеко от этого места они шли. Смотри, на какую высоту мы поднялись от автомобильного. Да, да, да. Это фактически два отдельных моста. Ну да, два разных. И этот по конструкции, наверное, даже сложнее того. Конечно, сложнее. Ты не забывай, что он гораздо больше веса должен выдерживать. Тут требования безопасности выше, да? Ну да. Ну, технические требования. Все-таки вес состава-то. Ну, тут допустим. Еще грузовые будут пропускать перспективы. Ну да, то есть вес состава, по идее. Ты посмотри, как опустился этот автомобильная эстакада. Вот это да. Тогда, когда я по ней ехал в 2018 году, этого же моста не было, и поэтому эту разницу я не видел тогда. А сейчас прямо она вообще внизу. Да, прямо сильно внизу. Метров, наверное, на 18 ниже. Сильное ограничение по скорости. Ну сколько здесь вот он идет сейчас? Километров 60, я думаю. Нет, наверное, где-то 55 вот так. Все, пошел подъем автомобильной части. Сейчас арки будут. Угу. Кульминационная точка. Экстаз. Резкий какой подъем, ничего себе. У автомобилистов. Все, арка, товарищи. 2 часа 32 минуты. Это красным подсвечивается, та синим. Нарушили. Да. Как там они говорят? Это незаконное перетинание украинского кордона, да? Да-да. Перетинание? Да. Пересечение.